Нимен хао. Здравствуйте. Мы начинаем урок. Урок третий. Инициалии г, кх, х, ди, чи, щи. Тема сегодняшнего занятия – сочетание инициалий и финалей. Перед тем, как начать изучение новых инициалий, давайте вспомним, что же такое инициалии. Инициалии – это звуки, которые стоят в начале слога. Мы с вами уже изучили 8 первых инициалий. Давайте вспомним, как они читаются. О, хо, мо, фо, т, х, н, л. Сегодня мы познакомимся с новыми инициалиями. Давайте посмотрим, как они произносятся. Г, кх, х, ди, чи, щи. Упражнение второе. Посмотрите, как пишутся инициалии и напишите их в тетради. Первая инициаль. Г. Г. Сначала мы пишем как будто голову и потом крючок. Следующая инициаль, которая идет в паре с нашей предыдущей инициалью, это кх. Помним, что здесь мы также должны добавлять придыхание, как у нас, например, было п, х, т, тх. Здесь эти инициалы также идут в паре. К без придыхания, без выдоха. Х с выдохом. Следующая инициаль. Х. Мы ее пишем как стульчик. Сначала спинка и там, где мы можем сидеть. Х, х. Обратите внимание, что спинка должна быть длиннее. Если вы напишете слишком короткую, например, вот так, то это уже другая нами изученная уже инициаль. Н, н. Так. Нам здесь нужно сделать длиннее ножку или спинку. Х. Следующее. Это инициаль. Ди. Ди. Рисуем, как будто это русалка, да? У нее есть хвост и точечка вверху. Ди. Следующая инициаль похожа на Г, но без крюка. Тоже рисуем голову и прямую вниз. Прямую вниз. Читается Чи, Чи. Это у нас Ди, более звонкая. Это Чи. Чи. И последняя инициаль. Пересекающиеся дороги. Си. Си. Мягкая инициаль. Си. Си. Отлично. Упражнение третье. Прочитайте и запомните, с какими из финалей сочетаются инициалии Г, Х, Х. Первый столбик. Га, 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 га. Второй столбик. Г, 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 г. Следующий столбик. Ку, ку, ку.
Итак, из тех финалей, которые мы уже изучили с вами, инициалик К сочетается с А, Л, У. Следующее инициалик Х. Ха, ха. Следующий столбик. Х, 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 х. Последний столбик. Ху, ху, ху. Также сочетается только с этими тремя финалями. Следующее инициаль Х. Ха, 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 ха. Х, х, х. Ху, 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 ху. Отлично. Упражнение четвертое. Найдите ошибки и прочитайте только правильные слоги. Здесь нам не нужны тоны. Нам нужно обратить внимание только на правильное сочетание инициалей и финалей. Давайте посмотрим, каких же сочетаний не существует. По есть такое. По тоже есть. Фо есть. Хо. Есть ли такое сочетание? Нету. С финалью О не сочетается. Следующее. Х. Х. Нету такого сочетания. Г. Есть. Х. Есть. Х. Есть такое сочетание. Следующее. Ма. Так, есть. Да. Есть. Та. Есть. Ла. Тоже есть такое сочетание. Следующее. Тхи. Есть такое сочетание. Хи. Нет. Нету такого. Мы не можем так сказать. Ни. Есть. Ли. Тоже есть. Ху. Есть. Му. Тоже есть. Пу. Есть. Фу. Тоже есть. Следующее. Лю. Есть такое сочетание. Ню. Тоже есть. Следующее. Нету такого сочетания. Мы не можем так прочитать. И последнее. Тоже нет такого сочетания. Отлично. Спасибо за ваше внимание. Мы заканчиваем урок. До свидания.